торжественной церемонии передачи символического ключа дольщикам жилищного комплекса «Карат». Хочу сказать, что в Ленинградской области очень много строится жилья, и 90% этого жилья сдается вовремя. Но, к сожалению, есть застройщики, которые по тем или иным причинам не выполняют свои обязательства. Кто-то не рассчитал правильно свою экономику и добился, кто-то оказался просто жуликом. С одной стороны, он вроде был достаточно быстро построен и внешне и внутренне красивый. Оказалось, что во время строительства застройщик нарушил технические условия. Я очень благодарен нашим партнерам. Они приехали, посмотрели, потом привезли сюда проектировщиков. Все оценили, сказали, да, мы беремся, мы это сделаем. Я хочу поблагодарить их за то, что они умеют держать слово, за то, что мы с ними сегодня уже разговариваем как долгосрочные партнеры, которые друг другу доверяют, друг другу верят. Это не первый и даже не крайний проект, который мы с ними будем и дальше вместе реализовывать. А вам я всем желаю счастья, мира и добра в вашем новом доме. Дорогие друзья, сегодня на Кингисеппской земле с самого утра много таких событий. Открытие детского садика, школа Пустомержия, открытие кванториума. Но, наверное, самое главное, это сегодня проблема обманутых дольщиков и вручение символичных ключей. Я вас всех искренне поздравляю. Вам комфорта, уюта и еще раз сегодня с Днем знаний, с началом учебного года. Предшествовала всему этому колоссальная работа наших проектировщиков. Мы подключили ведущие научно-исследовательские институты Москвы и Санкт-Петербурга и нашли оптимальное технико-экономическое решение, которое не ухудшает качество проживания жильцов в этих квартирах, а главное, кратно сокращает сроки, и мы уложились в обещанное губернатору 10 месяцев и в августе месяце получили ввод. Здорово! Спасибо! Всех вас я хочу поблагодарить. Спасибо строителям, спасибо всем. Счастья, дольщики! Квартиры жилищного комплекса «Карат». Огромный объем работы, конечно. Просто вот подвала. Большая все-таки компания, она способна поднимать такие объекты, потому что, конечно, небольшая компания, это было бы лучше сделать. Ну, не для прессы, но кто нам поверил в тот момент, когда мы сказали, что этот вариант, он быстрее, чем через фонд, и для нас он быстрее, и для нас он даже по экономической эффективности лучше. Вот у тех, у многих уже объекты, так сказать, либо на выдании, либо уже сданы. А кто до сих пор сомневается, ну, власти все-таки надо либо верить, либо, если ты не веришь, надо прекратить общение тогда. А вот общаться, так сказать, вот в негативном тоне, не верить и в то же время хотеть, чтобы что-то изменилось, ну, так не бывает. Но вы же знаете, как мы начинали, не просто с вами ругались, потом сказал, ну, давайте друг другу поверим. Спасибо вам большое.